Re, viss ēters ir te! Завтра под влиянием холодного атмосферного фронта во многих регионах Латвии возможен дождь. Станет немного прохладней. Ночью температура воздуха составит плюс 6, плюс 11 градусов. Днем плюс 13, плюс 21. Будет дуть северный и северо-западный ветер. Его порывы достигнут 9-14 метров в секунду. В Риге, вероятно, дождя не будет. Ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит около плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15. В пятницу температура воздуха может повыситься до плюс 15, плюс 20 градусов, а в конце недели до плюс 19, плюс 24. Уже на следующей неделе воздух может прогреться до плюс 26.